больше смыслов там появилось еще, помимо всего прочего, да? А, на мой взгляд, решение Первого канала и, наверное, самого Константина Эрнста этот фильм показать, оно поступок тоже, да, и не только художественный. Настолько по всему эстетически, смыслово этот фильм выбивается из общего смысла тренда сегодняшнего телевизионного. И кто-то правильно написал, я тоже читала там в Фейсбуке, что один этот фильм делает больше, чем все в нынешней организации, и для патриотического воспитания, и для того, чтобы показать действительно, какая могла быть страна, и какая эта страна в результате сделалась. Не сегодня, разумеется, и Парфенов очень точно говорит о том, что произошел цивилизационный разрыв. И мы не преемники, не наследники той России, о которой идет речь в фильме. А мы вышли все из Советского Союза. Мало этого, мы наследуем эту советскую эпоху. И наследуем эпоху, советскую эпоху. И вот то, что действительно мастерски удается и Парфенову, и его режиссеру Сергею Нурмамеду, вот эта наглядность, да, когда совмещаются изображения, и когда ты видишь, это не действительно не то, что Россия, которую мы потеряли, да, а просто два разных мира, не говоря уже об эпохах, о том, какие таланты, а может быть и гении тогда были и жили, если до сих пор изображение начала века воспринимается действительно абсолютно современно. И более того, об этом главном герое большинство, думаю, россиян вообще ничего не знали, в то время как в той же самой хваленой Америке память о нем хранят, да, и в других странах тоже. Ну, кстати, аналогичная история была у него предыдущая работа про Зворыкина. Зворыкин, да, но Зворыкин, конечно, в большей степени неизвестен, потому что все-таки изобретение телевидения, судьба невероятная совершенно. Короче говоря, фильм, который, если бы он вышел, конечно, не в такую познату, очень было бы полезно посмотреть. Ну, я думаю, что его там дело не в этом. То там еще не, дело не в том, что это поздно, а в том, что украл, конечно, футбол огромную часть аудитории. Потому что именно в это же время шло открытие чемпионата мира по футболу, и был первый матч с участием Бразилии. В это время? Нет, открытие было раньше, а потом пошел уже матч. Матч начался в 11 часов. Ну, сейчас чемпионат мира по футболу для большинства людей, которые являются болельщиками, конечно, будут перешибать все остальное. Но при этом я обратила внимание, даже вот по моей френд-ленте, люди, которые смотрели футбол, я, например, смотрела футбол. Я смотрела футбол, а потом фильм. На другой день, как и многие тоже мои друзья, вот в Фейсбуке смотрели уже в сети, смотрели фильм, то что понимали, что это смотреть надо. И, кстати, тот, кто пропустил, вы можете найти, он в сети есть, в хорошем качестве, можете посмотреть. Посмотрите обязательно. Это такая работа, конечно, знаковая. Она штучная абсолютно, она вот появилась, и я не знаю, когда появится следующий фильм. Так она долго-долго ждала своего времени. Там же премьера-то осенью, по-моему. Но даже просто по... Я не помню, когда была премьера, ну, то есть не помню конкретно. Когда показывали вот наша Арина Бородина. Этот год или даже предыдущий, но просто в начальных титрах, если ты помнишь, говорится, что это к столетию 1913 года сделано. То есть, скорее всего, да, это завершено в 13 году. Но лучше поздно, чем никогда, потому что это на самом деле не фильм актуальный, да, это фильм намного более глубокий, что называется, на все времена, и я лишний раз вот убедилась и подумала, собственно говоря, это никакое не открытие, не откровение, все-таки как расточительно сегодняшнее телевидение по отношению вот к действительно талантливым людям. И я начала вспоминать людей, которые оказались вот за рамками этого экрана, и на самом деле это лучшие. Либо как Парфенов, уже абсолютно завоевавший и признание, и свою славу, да, такую телевизионную, либо это люди, которые вот на пике их сбили и выбили из этого ящика. Если мы вспомним и представим себе этот список, при том, что все равно они
нашли свои ниши, да, те же самые там Катерина Гордеева, Андрей Лошак, Светлана Сорокина в первую очередь. Алексей Пивоваров, кстати, который вот отметил с 40-летие. Алексей Пивоваров. Да, который сейчас, как я понимаю, менеджер больше, чем телевизионный журналист. Конечно, он специально, я думаю, и правильно сделал, вовремя вообще, уклонился. Дело не только в том, что кого-то перечислила, и можно еще добавить, много людей. Ту же Лену Масюк, между прочим, да, которая сейчас вот работает, слава тебе, Господи, в журналистике, замечательное интервью делает уже в газете, в «Новой». Многих можно вспомнить, многих. Но что мне еще всегда подкупало во всех этих людях, причем они разных поколений. В том-то и дело, да. Вот они понимали, в чем смысл, суть телевидения, что это не просто вышел с позиции, этого мало для того, чтобы в телевизоре работать, как, собственно говоря, и в радио, да, этого мало, чтобы просто иметь свою позицию. Надо еще понимать, из чего это делается, потому что есть свои профессиональные открытия у каждого человека. У того же Алеши Пивоварова, возьми его фильмы, да, это же абсолютно штучные произведения, телевизионные, именно телевизионные. Такого не сделаешь ни в полном метре, и это не просто лекция, доклад, да, а вот я сейчас вам расскажу кое-что. Это, вот этого совершенно нет. Вот этого, то, что называется креативностью, каким-то идеей какой-то новой, да, когда открываются телевизионные возможности, в конце концов. Они у нас открываются только когда заказывают какому-то каналу церемонию открытия, типа там Олимпийских игр или там Евровидение какое-нибудь, помнишь? Тогда мы сидим и говорим, боже, как здорово. Могут. Но сегодня нет таких возможностей, да и желания, я так понимаю, нет ни у кого. Ну, видишь, вот так. Все на коленке. Точечно. Нитки делаются таким одним лекалом, да? Нитки вообще не обсуждаются. Псевдодокументалка, которая или с политическим уклоном, или с желтым клубничным, как ты говоришь, да? Все одно и то же. И ты посмотри, ощущение, что делает один человек. Там в титрах пишут там Пупкин, Васькин, Дуркин, а все ощущение, что это один человек делает. Они совершенно не владеют этим мастерством, да и главное, не хотят. Нет, мы даже не хотят. И более того, нет на это... со стороны канала. Положи это. Заказа, а где у нас залез? Какой-то человек появляется чуть-чуть из общего этапа, его прихлопывают, либо ставят на место, Так, встретимся, мы недалеко, в принципе. Да. Юбилей по нашему, у него ровно 50 лет, поеду в эту. Так возьми адрес, заедь в гости. Нет, не получится в этот раз. Ну ладно. Я целенаправленный юбилей. Ну я понял, хорошо. На этой неделе была показана последняя часть по поединку. У меня тут смешанные чувства, скажу честно. Я была настолько очарована первыми двумя частями, «Яма» и вот «В потьмах», что, конечно же, ждала от поединка тоже чего-то такого невероятно свежего, чистого, открытого, эмоционально затратного. Но мне показалось... из трех частей это наименее удачное. Она, конечно, все равно хорошая, это понятно. И замечательный выбор актера Никиты Ефремова, у которого, безусловно, есть невероятные перспективы. Он очень харизматичный парень, талантливый, молодой, ефремовский. Это прямо вот в нем это и сидит. Но то, что касается режиссерской работы Андрея Малюкова, мне показалось, что это было сделано... не слишком, скажем так, интересно. Откуда же с точки зрения? Счастливо. Добраться вам тоже. Хуже и слабее. Потом я как-то втянулась, и сердце сжалось. Сердце у меня сжималось в некоторых моментах. Это тебе, Аринушка. Правда, вот Никита Дмитриевич, по сути, это сделал. Потому что я его первый раз видела в такой вот большой работе.
и была им действительно очарована. Не видела. Вот я не видела его в театре, я его видела в каких-то программах, наверное. Я не знаю, я даже в кино пыталась вспомнить. Может быть, в сериалах, но это не производило такого впечатления. Мне показалось, что здесь не делать. Ему это классическая литература. Мне показалось, что тут атмосфера была. Вот так. Которую, как бы, ну, как я помню, потому что я не перечитывала давно ни поединка, ни штабс-капитана Рыбникова, хотя это менее удачно, да, новелла, вписанная туда. А потом, на мой взгляд, замечательный тот же, который мы видели в театре, нет, Сосновский. Сосновский-то вообще, ну что это, кстати, мы увидели, Надо сказать, кто не знает, Сергей Сосновский сейчас уже стал одним из ведущих актеров Московского художественного театра. Его Саратова... Это бесконечно. Это вещь бесконечная. Я знаю. Приехал из Омска, уже сложившийся актер, уже звездой местный. Но Сергей Сосновский — это какой-то потрясающий артист, и вот я мечтаю его увидеть в большой роли в кино. Так, ну что, экипаж, все? Ага, а помолиться? Да помолились же сейчас. Да, так. Хватит думать. Ну если что, там где-нибудь все помолим. Тормозим. Видим. Дрянь там сверху поубирай вот это вот все. Добро. Погоди, Вань, подожди, у нас вот этот багажник. Ну ладно, я покажу. Потом. Ура! Пока, пока-пока! Счастливым! Столько народ нас никогда еще не провожал. Пока-пока! Пока! То ли еще будет, ой-ой-ой! Ну здорово. Здорово. Мы так сделали это. Так, да. Фух, 12. Хорошо пораньше группу сделать. Да. Да, очень хорошо. Пол 12 мы выезжаем, да? Угу. Ура! Ура, ребята. Это ура. Хорошо мне здесь. И мне хорошо. А вы это поняли. Ребят, мне на следующий год уже будут знакомые лица. Ёкало мне. 20 лет будет на следующий год юбилейный. Они тут небось что-нибудь феерическое сделают. Вот до салюта. Запросто. Питер, Тамбов. А, у нас есть теперь. Так, все, пока тормозим, блин, занимаемся дачей. Выздоровление. А, и Ваня такой тормозит. Я, кстати, тоже думала, что тормозит. Тормозит, работай, вперед, дальше. Дальше. По шагам. Я и думаю, тормозит. Дальше. Будем упорно заниматься. Теперь у вас есть представление, что такое... Что-то где-то... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребята, вот мы и держимся друг дружки. Да. По-другому нам нельзя. Где увидеть столько радостных и мудрых? Я вот правда еще раз слышу, что стою в трубку там и думаю, что я еще увидел. Вот много сразу интересных. А какие благодарные, блин, ёкало мэны. Рома сказал колбаску погладить. Сказал, приезжайте, да колбасы поглажу, я огурцы. В порядке. Так что, ребят, ничего надо. Осталось еще собрать. Вот тема живы. А подарок ты отдал? Нет. За какой подарок?
которую я вожу с Питера. Выводим, не переставай. Пообещал, самое главное, сказал и все. Ладно, чтоб не говорил. А нам не налево? Налево, а я ж куда? Ну, нам налево. Имеем право. Налево имеем право. Налево. Ой, это сам Ваня, а у нас налево. Уже на обратку выйдем. Пойму, где, что, как. Так это ли бендей? Возможно, у нас с болельщиками останутся даже те, кто не болельщики. Меня можно с трудом назвать болельщиком. Звонился Александр из Евпатории. Нет, а как-то. Да, так сделаем. Давай. Нормально. Это
конечно. Что видишь? Возможно. Только ты должен подсол, пошел. Да? Ну, он похож маленький, да. Да, маленький похож. Он больно стройный. Да, стройно. Картошка стоит, она. Поэтому огурчики подняли. Вот
Нет, сейчас она прямо. Вот видишь, надо ее задальше полез, развернулся. Мы сейчас на первую доехали, а потом мы дальше. Куда? Да, да, да. Мерка приглашал-то? Саратов? А, приезд. Да, тоже здорово. Алис, надо мир узнать. Мы с тобой говорили на эту тему. Да, это бесконечно. Да, все-таки финансы. Конечно. Тем более, когда не работаешь. Yeah.
много торта тоже.
Не-не, это для своих, нет. Это для своих. Тогда не бери, я же у Лиды возьмешь. Так там за 500, а здесь он домашний. Да он домашний такой же, как и все остальные домашние. Ну как хочешь, Хань. Возьми, я же тебе ничего не говорю. Я, по-моему, согласился на все уже, нет? Начало. Я думал, все надо снять, пока сам не свалился, блин. А что пиндяк принес? А? Там положи, да и все. Пиджак? И сигареты. На. Ой, а ты масло не взяла, что ли? Нет, масло я взяла, а нет, вам не сказала, не надо. На, дешевле. Да, я скоро. Иринка, ты меня отвлекаешь так от дороги, блин. Может, не выйти? Может, так легче будет?
А ты думаешь, просто так, блин, из воздуха возникла. Баба с воздуха были легче. Так ясно дело. Еще раз где-то проедем чуть-чуть там, вон, в этой деревне, где ты клубнику хотел, а там и встанем. Ну, логично. И мне, может быть, и получше там продают как-нибудь, то есть поменьше цены. На местных номерах, а видит Москва область, да. И сразу цены лупят. Чудесно она тратит такая память. Ты тоже согласился за 200 рублей отдать. Мы покупаем мед за 200 рублей. А там не литр банка. Да. Не литр, там банка, 700 грамм. Это банка, она тяжелый. Тяжелый? Да, там килограмм. Что-то не думаю, что это местные, которые сохранились до сих пор. Местная, наверное, мелкая. Я просто так вот подумала, что даже не буду состоять. Конечно. Да. Или они покупают и продают, и типа ссылаются на то, что тут мичуринские сады, наша груша. Да, 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 да. Под эту лавочку. Так это может надо где-то в Мичуринске. Вот я и говорю, мы чуть в стороне, а там сидели люди, но там клубнику продавали. Да, 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 может. Там наверняка есть плантации клубники, люди, может, сажают специально для того, чтобы вот торговать. Ну, так а чего ты? Это же там. Ну, я остановился, потому что ты уже меня начала возмущаться. Я думаю, что тебе было легче. Я так думаю. Нашелся местечко. Ищет, да? Ага, ищет.
угол. А там сплошная еще идет как раз, а здесь уже разрыв пошел. Много, а это постное считается. Нет, я обычно салат. Да. Я люблю даже. Я люблю даже, знаешь, как перчик вот этот болгарский. Просто долечками порезать.